Я представляю компанию «33 пингвина». Меня зовут Ольга Степика, я директор компании. Компания «33 пингвина» – это томский производитель мороженого премиум-класса. Мы работаем на рынке уже 12 лет. Для «Прудэкспо» мы сами являемся новинкой, потому что участвуем в этой выставке впервые. Обычно мы представляемся на выставке по франчайзингу, потому что 12 лет наша компания работает по франшизе. У нас 185 партнеров работает по России, Казахстану, Беларуси, Кыргызстану. И вот мы начали поставки в Китай. Решили в этом году первый раз поучаствовать в выставке «Прудэкспо». Поэтому мороженое для посетителей «Прудэкспо» – все новинка. И классическая наша линейка, и, конечно же, та, которую я хочу сейчас представить – это линейка «Органик Бар». Это мороженое без сахара, с пониженной жирностью. У него много особенностей. Есть виды для спортсменов, например, ваниль с мультипротеином или банан с л-карнитином. Кроме того, есть еще особенные виды. Это веганское мороженое, которое выполнено без животных компонентов, на рисовом, кокосовом, кедровом молочке. Это достаточно уникальный продукт, который, я уверена, найдет своего потребителя. В региональных торговых сетях мы представлены через наших партнеров франчайзи. Это такие сети, как Флагман, Самбери, ну и так далее. То есть такие локальные ритейлеры. А сейчас, в прошлом году, мы вошли в сеть московскую «Азбука вкуса», и можно там найти полную линейку нашу «Органик Бар» в небольших стаканчиках, тех, которые я вот сейчас показывала. Там представлены и веганские виды, и спортивные, с пониженной жирностью. Ну, то есть на каждый, на любой вкус. Вот кроме мороженого, которое мы можем предложить для торговых сетей, это мороженое, фасованное в стаканчике и в ведерке. Это понятный такой продукт покупателю. Мы готовы предложить на рынок мороженое для поставки в Хорику, потому что мороженое 33 пингвина – это мороженое, изготовленное по философии натуральности. Для поставщиков в Хорику это мороженое будет как удобно в части логистики, потому что у нас есть логистика по всей России. В 185 городах мы работаем, доставляем это собственными силами автотранспорта. Мы, в общем, уже достаточно широко представлены в Хорике, так как наши партнеры, франчайзи на местах, где они работают, осуществляют поставки от себя. Но теперь мы готовы осуществлять поставки непосредственно от производителя. Мы мороженое производим только в Томске. В Томске у нас и изобретение мороженого происходит, и, собственно, производство и хранение. Логистика вся осуществляется из Томска. Это обусловлено тем, что мы очень контролируем тщательно качество молочной продукции, которую производим. У нас сертифицированная собственная лаборатория, у нас многоуровневый контроль входного сырья и, естественно, конечно, выходящей продукции. Есть наше производство сертифицировано по ХАСП и на достаточно высоком уровне. Поэтому мы отвечаем не только за вкус, но и за безопасность и качество товара. Поэтому производство было и останется в городе Томск с тем, чтобы было обеспечено не только достойный и привычный вкус для покупателя нашего мороженого, его натуральность и его состав, но и производство этого мороженого в Сибири, в экологически чистом районе, из местного сырья, в том числе с использованием местных дикоросов, ягод, орехов. Это достаточно уникально, и необходимо делать это прямо на месте, с тем, чтобы переработка была своевременной, быстрой и не терялся вкус продукта.